По мнению азербайджанского политолога, у Баку не остается иного выбора, как в июне завершить силовой сценарий принуждения Армении к миру. Как передает Азия-Ас, азербайджанский аналитик Фархад Мамедов считает, что до 44-дневной войны позиция международного сообщества в лице ОБСЕ и Армении не оставила выбора для Азербайджана, кроме как войной освободить остававшиеся под оккупацией территории. Так и сейчас изменившаяся позиция правительства Пашиняна, отказ Армении от реализации принятых, как проигравшая войну страна, обязательств и отсутствие реакции на это России и Запада, заставляют Азербайджан принуждать Армению к миру. Ближайшие пару недель продемонстрируют основной тренд процессов. Пока что у Баку не остается иного выбора, как в июне завершить силовой сценарий принуждения Армении к миру. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.